все, каток уже убирают, значит, должна быть весна. По календарю весна, а будет ли она в реальности, ну, мы еще посмотрим, конечно. Так вышло, я уже с консульства, потратил примерно полчаса на заполнение всех документов. Сказали, в течение полтора месяца, ну, возможно, двух, пришлют паспорт сюда, потому что паспорт делается в Украине, и сюда его присылают самолетом, забирают и так далее. Ладно, будем ждать, что из этого всего получится и как быстро это все будет. Завез документы, заехал домой. Сейчас еду покупать одну штучку для ребенка, там типа колыбельки, типа шезлонги. У нас уже начался такой дождь огромный. Пришло еще уведомление, что будет ветер 35 метров в секунду. Ой, страшно. Не хочу каких всяких этих, как они называются, циклонов. Не надо нам. Ну ладно, еще сейчас заберу это и поеду в университет. Нужно чуть-чуть поработать. Как-то все и сразу. Все и сразу. И ребенок, и работа. Еще одна работа. Ну что, деньги нужно зарабатывать. Тут же купил. Купили, в общем, вот такую кресло-качалку. Это она частями собирается. Ну, она автоматически качается, получается. Зачем ее купили? Для того, чтобы попробовать, может, ребенок будет в ней сидеть. Потому что сейчас ребенка нужно везде с собой носить, таскать, укачивать самому. Новую не покупал, потому что, а вдруг не подойдет. Не подойдет, сейчас 100 евро отдай за новую. Потом ее никто не купит даже за 50. Так мы вот за 30 евро нашли бэушную. Сейчас купил. Итак, и еду в университет, но пока вот ехал, можно сказать, выезжал, там в пробках новости читаю. Говорят, что вроде бы в Вильнюсе из-за этого коронавируса, вот этого коронавирус, закрывают все школы, садики, университеты, но пока мне никто ничего не писал. Не знаю, посмотрим. Мне в понедельник лекции читать. Ну, с одной стороны, было бы хорошо, а с другой стороны, это будет вопрос, за чей счет банкет. Если за свой счет, так дорого это все обойдется, потому что зарплаты не будет. Ну, будем надеяться, что банкет не за наш счет и занятий не будет. Ну, почему бы нет? Хочется отдохнуть, но понимаю, что потом придется отрабатывать все-таки это все. Ладно, едем в университет, работаю. Если будут какие-то информации по этому коронавирусу, то тогда буду уже рассказывать. Ну, а сейчас едем. Что зимой был дождь? То весной дождь. Ну блин, а где ветер? Порывы ветра. Ну ладно, еще не вечер, конечно, но пока ничего нет. Ой-ой-ой-ой-ой, а не погодка. Так, друзья, говорил я про ветер что-то, да? Что начинается. В общем, закончили работу всю, что можно было закончить только в университете. Сейчас буду ехать домой, на следующий магазинчик прикуплю еды, чего бы нет. И поедем домой. И такая новость насчет коронавируса, все-таки на 16 дней с 13 января по, ой, с 12 марта по 28 марта все-таки закрывают университет, никто учиться не будет. Поэтому 2 недели отпуска, за чей счет банкет, пока не написали, к сожалению, не ясно. Но то, что занятий ничего не будет, это уже факт. Как потом все это отрабатывать, я теряю 1 неделю. Я не знаю пока, потому что у меня лабораторные, как лабораторные, это только присутствие, прямое присутствие. Ой. В общем, как-то так. Ладно, поехал заниматься всем этим. Кстати, ветер на улице сумасшедший, все-таки поднялся. Ай, как не одно, так другое. Всем доброе утро. Сегодня мы едем на какой-то кастинг-агентство. Пригласили, сказали, хотите, можете поучаствовать, сделаем вам анкетку и все. Почему бы нет? Люди сами предлагают свободных полчасика, чтобы съездить, есть. Сейчас поедем, узнаем,
что там, может, когда-то получится даже в каком-то фильме сняться. Это будет довольно-таки хороший опыт, хоть даже в массовке там. Интересно, интересно посмотреть, как все это изнутри. Ну, тут такой просто бизнес-центр. Просто такая одна дверь. Посмотрим. Скажу, что это было прикольно. Я там покажу вам студию. У них получается просто одна студия большая, где они фотографируют. И там же сразу сидят люди и заполняют все анкетки. Прикольно. Отфотографировали меня, сделали анкетку, сказали заполнить все. И если кто-то захочет посмотреть, вам позвонят или напишут сообщение. Или и то, и то. Давненько мы здесь не были. И приехал я сейчас на главный кампус, чтобы опять же решить всякие бумажные вопросы, волокиты и так далее, связанные с моей статьей. Причем все выяснять, я люблю прийти спросить, чем звонить по телефону. Так, если прийти спросить, можно решить намного больше всего.